А 27 сентября в нашей стране отмечается общенациональный праздник – День воспитателя. Согласитесь, именно в детском саду у ребенка формируется личность, закладываются основы здоровья. И именно от мудрости, терпения и образованности воспитателя зависит, как сложится дальнейшая судьба каждого малыша. Какие уникальные методики используют современные воспитатели, узнаем у обладательницы «Хрустального пеликана» конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель-2016» Людмилы Кричковской. Алексеевна, доброе утро. Здравствуйте. Ну, я вас поздравляю с профессиональным праздником. Спасибо большое. Это, наверное, самый чудесный, мне кажется, праздник для детей и для взрослых, потому что все равно первый педагог в их жизни – это именно воспитатель. Вот я знаю, что вы используете очень необычную методику, причем мы сегодня с вами оказались в мире пуговиц, работы с пуговицами. Расскажите, пожалуйста, о ее уникальности. Все у нас началось с того, что мы решили собирать коллекцию в группе. Угу. И так получилось, что коллекцию именно пуговиц. Я поставила себе задачу, что нужно максимально доступной для детей сделать эту коллекцию, потому что им будет интересней, как-то больше они загорятся, больше чему-то научатся. Все приносили свои пуговички, получается, да? Ну, у нас началось с того, что девочка нашла пуговицу, Машенька. Мы, давай искать, чья это пуговица, никто не нашел, решили ее оставить. И в результате потом потихонечку начали у нас накапливаться пуговицы. То там найдут, то тут найдут. И принесли нам. И потом методика. Вот у вас возникла методика? Каким образом тогда мы работаем с этими пуговичками? Методика в том состоит, чтобы использовать их как в образовательной деятельности, так на всех занятиях, ну, где возможно. Также и в самостоятельной деятельности детей, чтобы они могли сами развиваться, ощущать, находить какие-то интересы. Ну вот сама мне вот приятно, конечно, трогать, вот тактильные ощущения прекрасно. Скажите, пожалуйста, насколько безопасна вот методика работы с пуговицами? Подойдет ли она для самых маленьких, например? И какую именно можно использовать для ясельной группы, а какую для деток уже постарше? Вот в том и уникальность. Ученые говорят, что сознательное коллекционирование происходит в старшем возрасте у детей. Угу. Мы начали с младшего, с младшей группы, с самыми малышами. И поэтому в первую очередь сделали вот такую вот большую пуговицу. Точно. Я думаю, это бубен такой. Нет, слушайте, это большая пуговица, где у нас прикреплены пуговицы. Они очень безопасно прикреплены, что даже ребенок силой не вытянет ни одну пуговицу. Для чего мы используем? Для того, чтобы ребенок на ощупь понимал, что такое пуговички, да? Ну, кроме того, видел многообразие, научился находить их во всем большом количестве предметов в окружении, вот именно пуговицы, как она может выглядеть. Конечно, тактильные ощущения важны. Также мы изучали по этой пуговице большой цвет, форму пуговиц. Это невероятно. Материал, да. Даже и деткам, которые будут постарше, тоже будет интересно. Хорошо, если берем возрастную категорию чуток постарше, 4-5 лет, там уже каким образом можно использовать пуговицы? Там у нас мы создали вот такие открытки, создавали. И мы в группе, и родители дома. Ну, это доступно очень, получается. Затем вот такие вот интересные штампики, где могли они проявить творчество свое. Это, получается, мы используем пробку, клеим туда любую пуговицу любой формы. И каким образом мы могли использовать дома, опять же, прикладным? Могут рисовать в гуашь, окунуть и создать какую-то картину. Так. Либо также на пластилиновой основе тоже какие-то узоры выкладывать. Затем закрепляли вот в такой вот простой вроде игре «Найди пару». То есть находили аналогичную, да, на липучке. Это тоже очень удобно и, мне кажется, доступно. А вот у вас еще очень интересный вариант лежит, крестики-нолики. Это что за игра и для какого возраста она подходит? Но здесь маме все-таки нужно иметь умелые ручки для того, чтобы создать такую красоту. Ну, у меня родители молодцы. Всю эту красоту я создала с помощью их. Многие принадлежат им игры. Так, а вот крестики-нолики. Крестики-нолики. Мы развиваем логическое мышление. Дети понимают, как нужно построить, как нужно действовать, ну и в то же время работать в парах. Вот это очень важно. Конечно. Вот если говорим мы о методиках работы с пуговицами, например, есть ли какая-то простая вообще элементарная игра, которую может собрать в кругу семьи за столом всех вечером? Понятное дело, что мама с папой устали. Ребенок хочет максимум внимания, потому что он скучал. Можете что-то предложить? Вот самое простое, что могла бы я, например, выполнить? Ну, одна из таких посложнее чуть-чуть. Мы с ребенком дома рисовали игру-ходилку. Так, это как? Обрисовывали пуговицы на бумаге. Обводим. Да, придумывали какие-то задания, бросали кубик, играли. Ну,
можно еще сделать вот такую вот, я знаю, замечательную пуговицу, гусеницу. Мы ее гусеничка-пуговичка зовем. Да. Можно делать массаж ручек. В то же время они могут театрализовать свои игры. Что нам для этого понадобится? Для этого складываем проволочку пополам, нанизываем пуговицы. Так. Как вам понравится. Все. И таким образом нужно обязательно собрать вот по максимуму количество пуговиц, чтобы создать подобную гусеницу. Чтобы ладошка у ребенка, чтобы не свисала больше ладошки ребенка. Вот казалось бы, Людмила Алексеевна, вот все есть, наглядное пособие есть. Главное, в общем-то, взять это за основу и создать с ребенком прекрасное времяпровождение. Правильно? Действительно. Спасибо вам большое за беседу, новых вам идей. И главное, чтобы всегда родители и дети откликались на них. Спасибо. Еще раз с праздником. Спасибо большое.